что для тебя смешным? Для меня? То, что, чем я могу заниматься. Да, спорт, хобби, жизнь. Работа. Чия! Каждую подготовку я прохожу в Дагестане. Я прихожу сюда, здесь все условия, здесь любой спарринг-партнер мне помогает, мои тренера. У нас команда очень серьезная, Eagles MMA. И каждый человек, каждый член команды Eagles MMA помогает, участвует именно в каждом подготовке. Не сказал бы, что настолько есть разница, где ты именно готовишься. Если у тебя есть стремление, если у тебя есть впереди цель, разницы нет. В каком зале ты будешь тренироваться? Ты будешь тренироваться в любом зале. Главное, если ты будешь выкладываться на все 100%, ты достигнешь своего результата. А Дагестан, это, конечно, можно сказать, самое такое место именно для спортсменов. Здесь горы, море, любой зал, любой спарринг-партнер, любой борец. Кого ты хочешь найти, того и найдешь. Под кем ты хочешь, под бойца, если человека найти, того и ты найдешь. Здесь очень знаменитых залов, очень знаменитых бойцов выход с этих залов. Без всех условий. Конечно, поддержка чувствуется, если, тем более, твои земляки, они настолько переживают, настолько за своего близкого. Бывает приятно, честно говоря, когда ты видишь их поддержку. Спасибо всем, кто поддерживает каждого бойца, который приезжает, который переживает. Спасибо им еще огромное. В первую очередь дисциплина у меня. Я отношусь к спорту очень серьезно. У меня режим. Я подхожу на каждый бой серьезно, а так, чтобы думать о чем-то. У меня нет такого. Это просто обычная работа. Ты делаешь свое дело, выходишь вперед, в ринг, в клетку, выкладываешь на все 100%. Отдаешь то, что ты трудился в зале. Поединок между Александром Акмуратовым и Ливаном Акашвили. Ну, бой покажет, а так, чисто мое мнение, если бой пройдет в стойке, конечно, нет никаких сомнений за Акмуратова. А так, ну, мы каждый знаем, что Ливан очень хорошо борется, ему борьба высшим уровнем. Но если при случае победы Ливана Макашвили, вы увидите, чья борьба лучше, грузинская или дагестанская. Александр Матмуратов буквально за месяц вышел на замену вместо меня. И не упустил свои шансы. Молодец, конечно, надо отдать ему должное. Пускай наслаждается чемпионским поясом. А Курзанов допустил ошибку и проиграл нокаут. Не знаем, на что Курзанов надеян в поединке со мной. Но скажу одно, на что он надеян, это ему не поможет. Исход боя будет тот же, который был у нас прежде. Честно признаюсь, я так и думал, что два туда, конечно, всегда. Это смешный бой.